Итак, друзья, по запросу моих подписчиков и гостей канала еще обзор этого терминатора. Просили меня Сергей. Не разбирай его. Вот он еще живой, еще дышит. Так что сегодня будет очень жарко. Сейчас я делал обзор этой машины. Зверюга. Сняли седло, чтобы машина была легче. Так что вот так вот. Вот такой вот 94-го года он, по-моему, если я не ошибаюсь. Фредлайнер FLB. Я вам скажу, сегодня поставили на него аккумуляторы. И эта машина простояла, наверное, месяца два. И он завелся с полоборота. Я сам офигел, честно вам скажу. Так что вот так вот. Вот такой у него салон. Я не раз, получается, камера быстро вожу, извините. Вот такой у него салон, еще раз покажу. Смотрите на его обшивку, просто огонь. Все в квадратиках. Красные занавесочки. Даже задний фонарь, видите, стоит. Заводской, американский. Наверху кто-то сам поставил. Вот такой вот салон. Кстати, салон, я скажу, что по своему состоянию, наверное, даже он будет лучше, чем на свежих этих фредлайнерах. Посмотрите на его отделку. Это просто, я считаю, это шедевр. И у меня были такие отделки на канадских фредах. Встречала такое. Ну, это, представьте, старая FLB-шка 90-х, там, старых годов, 94-х там. Кстати, мотор на ней стоит Detroit 11. Он очень живучий. Очень. Мотор очень живучий. Сейчас покажу, как он работает. Со скоростями тут, конечно, чтобы попасть в скорость, нужно быть искушенным водителем. Смотрите, как он работает. Журчит реально. Вот просто. Мне мотор, как 11 литров, кстати, Детройт, они очень живучие. Они, наверное, живучие, чем 12,7. Да, слабее, конечно. Но... они слабее... но они очень живучие, я не знаю. Я ни у кого не слышал, чтобы 11-литровые. Они жрут масло. И годами люди на них ездят. Просто годами. Вот льют, подливают эти 5 литров. Там один из товарищей у меня с Волгограда. Ну, говорит, я уже 10 лет как подливаю в него и ездил. Смотрите, какая обшивка дверей. Ну, то есть, самая мягкая отделка. Вообще классная. Давление его. Вот такая еще раз обзор этого терминатора. Опа. Мотор журчит, шепчет. Это так, обзорчик для людей. Пускай посмотрят, какие машины раньше были. Вот так он работает. Кстати, с документами полностью все, но и восстанавливать шедет в два раза дороже, чем она сама стоит. Ну все, друзья, вот такой обзор терминатора. Вот так он работает. Всем пока.